та сумма, которую утвердил областной бюджет, должна дойти до каждой школы в том виде, в котором это было сделано. Ее нельзя уменьшать. Понимаете? Она уменьшается? Она уменьшается. Почему? Потому что, допустим, вот у меня 1000 учащихся, а в какой-то школе 300. Вот для того, чтобы эта школа существовала, вот этих денег не хватает.